Всем привет! Сегодня хочу поговорить о том, где лучше размещать зимой комнатный лимон. Лучше его размещать, конечно, вдалеке от батареи, потому что в прошлом году я разместил рядом с батареей, и у меня он заболел очень сильно, листья сбросил, и я думал, что уже засохнет. Ну, в этом году я поменял свое решение и поставил его в углу комнаты, подальше от батареи. Грубо говоря, у меня за вот этой шторкой сразу дверь балконная, с нее зимой немножко дует, и поэтому ему очень тут хорошо, ему нужна температура от 16 до 18 градусов, поэтому он себя очень хорошо чувствует, такие листики зеленые у него. И также сделал ему хорошее освещение, ему нужно примерно 6000-8000 люкс уровень освещенности. Я поставил вот такую лампу, там светодиоды, была она люминесцентная 11 ватт, я сделал светодиодную, 6 полосок светодиодов сделал, а уровень освещенности замерял таким образом: взял телефон, запустил на нем тестовое меню, звездочка, решетка, 0, звездочка, решетка, на Samsung запускается, затем сенсор. Вот здесь у меня видно. Light sensor показывает 913 люкс. Я конкретно мерял уже вот таким образом под самим телефоном. Здесь у меня получилось, как видите, 7000 люкс. Для лимона вполне достаточно. Ему нужно 6-8000 люкс. Вот такой вот у меня лимончик растет зелененький. Скоро должен опять зацвести и дать лимончики, которые я потом опять выпью с чайком. Итак, всем, кому видео интересно было, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, пока!